Yeah!
Здоровья, братья! Здравия, родные мои! Как же я счастлива видеть вас здесь! Головушку светлую.
Благодарим, друзья.
Ну что же, родные мои, а мы продолжаем. Следующая наша песня называется «Леший». Ай-я-хай-я-хай-я, 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 ай-я-хай-я-хай-я.
Thank you.
обзору наших лиц, чужих коней. Я не вынес на землю мать, и мне не спасти ее. Я открою веков, завет края, ложь через
Слава вам, друзья мои!
темный поток. Oh,
Ну что же, по традиции, после паузы. Первая песня «Сквозь туман». Отлично, друзья мои!
Марьяна! Thank you.
тебя искусить. Рад уже свет, боги надежды, преданный слышим сомнения, ты больше души. Победу! Я всемогуч, но побеждаю всем воплощением веры, что бьется за нас вместе! Страх перед смертью, вновь перед собой, и снова влянуться назад и поверить судьбу. Слеп человек, страхом предчистен, он прорубает сквозь смерти твою пелену. Yeah.
несем торнадо. Что чуждо было одно, не пришлось, забрав свободу Субтитры сделал DimaTorzok.
Thank you.
Отлично, друзья мои! Ну что же, братья, настало время попрыгать вверх всем залом, я думаю. Да? Вы готовы? Нет, я не слышу. Вы готовы или нет? Священную землю, то тень веков пеленой заслонит, взгляну я в глазу нашему не
Просто молодцы, родные. Слава вам!
я слышу, стон береги. Что делать богом или мне, как сын возродила святыню. Слово. We'll be right back.
больно мне.
Берегите природу, друзья мои. Oh,
что, друзья, мы готовы к третьему отделению? Черного Бога, Господь, заточен мой дом.
Благодарим, родные. А сейчас я хочу попросить вас организовать две стенки из всего присутствующего здесь зала. Давайте сделаем так, как еще у нас никогда не было. Пусть это войдет в историю. Давайте, родные, насколько это возможно. Я очень попрошу осторожнее не сбить барьеры, потому что там находится у нас кран и аппаратура. Вот это я понимаю, славянская сила! Спокойно, по моей команде! Вы готовы? Раз, два, три, поехали! Война среди дня! Заманители ли меня? Если это но если больная, если больная, моя раздольная, славит труда, сила народная. Стенка на стенку, драма по колено, стенка на стенку, страхи пожалуй, молнии руна, в этот день не руна, он призовет идти помощь любой. Охуяй, братья славянская! У нас осталось совсем чуть-чуть времени до конца. И сейчас я предлагаю сделать небольшую передышку. И сейчас для вас мы исполним песню, медленную композицию, которая называется «Ой, печаль, тоска». Печаль, тоска, ой, кручину.
Купала и Кострома. Отлично, друзья.
Благодарим, друзья! Oh,
Слава вам, друзья! Слава богам и предкам нашим! Слава земле родной нашей! Ну что же, родные мои, я думаю, что нам осталось еще немного поплясать. Выйду ли я на волюшку? Счастливы, что мы сегодня собрали вас всех здесь на наш праздник, на ваш праздник. Я очень сильно надеюсь, что мы еще раз с вами встретимся. Очень сильно надеюсь. Ну что же, родные мои? Ой, то не вечер! Моим молодым, 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 молодым
что же, родные мои, это была последняя наша песня. Но сейчас я попрошу пока никуда не расходиться. Я хочу сделать с вами памятную фотографию. Для этого я попросила нашего друга Стаса Мендера прийти сюда. Родные мои, еще раз я хочу вам представить наших дорогих девчонок и одного мальчишку из оркестра города Казань. Также я хочу представить вокально-инструментальный ансамбль, фольклорный инструментальный ансамбль под названием «Рыбонька». И, конечно же, разумеется, 8 человек у нас здесь стоит. Это наш родной хор из города Москва. Безумно всех благодарим. Благодарим также группу наших операторов, которые снимали сегодня DVD. И мы планируем, все-таки планируем выпустить его в будущем. Так что ждите, у нас будет много новостей, я думаю. Ну что же, ребятки, давайте сообразим совместную фотографию. Давайте воздымем руки к небу. Стас Мендер, ты здесь? Где он? Уже здесь, да? Все отлично. Идите сюда все. Я хочу всех-всех с инструментами, микрофонами, еще с чем-то, с нотами. Пожалуйста, приходите, идите все сюда. Воздымем дружно руки! Все вместе! Ну что же, на раз, два, три! Раз, два, три! Благодарим, родные наши! Счастливо, удачи вам! Мы еще не раз, я надеюсь, не раз с вами увидимся. Поклон вам низкий! С праздником, дорогие! Удачи!